500 наборов с продовольственными товарами весом более 5,5 тонн получили жители Херсонской области. Среди посылок – медицинское оборудование для проведения обследований, товары специального назначения для бойцов на передовой, а также специальный заказ – акустическая система для детского дома. Кроме того, было отправлено 10 печей буржуек от организации «Тепло из Самары» для подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, защищающих Херсонское направление. Формирование и доставка гуманитарного конвоя происходило при непосредственном участии сенатора от Херсонской области Игоря Костюкевича. Я очень благодарен ребятам из Самары, да и вообще всем жителям Самары и Самарской области, кто принимал участие в формировании новогоднего гуманитарного груза. Но прежде всего огромные слова благодарности за аппарат УЗИ, за медицинские кресла. Огромное спасибо за акустическую систему. В детский дом ее поставим, и будет абсолютно нормально работать сотрудникам детского дома и дарить детишкам праздник. Гуманитарный груз собрали сотрудники организаций, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий, а также жители Куйбышевского района Самары и районные власти. Пытаюсь это представить, да, каково постоянно находиться в окопах, да, в блиндажах, и когда холод тебя пронизывает, и он везде. То есть от него никуда не денешься, это, наверное, сложнее, гораздо сложнее, чем не есть, не пить. Мы моральное, да, вот наше тепло передаем. Я верю в то, что действительно это каким-то образом может и физически влиять, чтобы ребятам действительно было теплее. По просьбе сенатора Херсонской области Костюкевича Игоря Юрьевича, мы отправим в Херсонскую область. Конечно же, необходимость в конкретных продуктовых наборах и медицинском оборудовании, которое мы повезем в этот раз, это произошло от него. Да? То есть это непосредственно собранная информация от жителей Херсонской области. Свою лепту внесли и учащиеся школы, расположенные в Куйбышевском районе. Ребята написали бойцам письма с добрыми пожеланиями. Читая письма, это, знаете, это... Вы не поверите, вот мой взрослый, я сам читаю, а слезы наворачиваются, как у ребенка. Просто это... Так глубоко можно написать. Это же не просто письмо, они делают репликацию, красочно оформляют это. То есть даже этот маленький человечек, он вкладывает душу, а нам это приятно. И, понимаете, солдат, он его с собой носит. Он идет в бой, а у него он с собой в груди. За текущий год сотрудники предприятий собрали и отправили 6 гуманитарных конвоев, общий вес которых составил более 40 тонн. Андрей Бессонов, Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События.